Трансляцию матча Intel Challenge представляют главный технологический партнер корпорация Intel и генеральный партнер турнира компания Asus. За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств превысила. За отчетный период на сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет! Миссия выполнена! Хватит улыбаться и махать, парни! Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. Хватит улыбаться и махать, парни! Это 5! Ой, счет не тот! Ёшкин кот. 0-0. Ой, и сиг украинцы. А что это они у меня украинцы-то оказались? Они же русичи. Русичи. Так, поставил ру. Небольшая заглушка. Возвращаемся назад. Так, друзья, у нас скоро начнется матч. Сиг против NC Sky. Это ответная встреча в группе. Первый матч закончился счетом 9-9 на карте Люксвиль. И поверьте, не поверите, не поверите, у нас снова Люксвиль. И будет, наверное, продолжение всего этого дела. Так, что здесь происходит? Здравствуйте. Так, название ставьте. Приветов нет. Ну, в общем, серьезная игра. М200 у нас играет Free Farm. Здесь у нас должен играть... Что у нас здесь? Аук. Российская маска, украинская. Пам-пам-пам. Сейчас посмотрим. Вообще посмотрим, чему NC Sky научились на чемпионате мира. И вообще, чем там все это закончится. Я рейди... Игра начинается сразу же по моей готовности. NC Sky SIG. Одна из интереснейших игр сегодняшнего дня. Друзья, еще раз не забывайте посещать наш YouTube-канал Cyber Arena TV. Одним словом, да, на YouTube наш сайт PB Cyber Arena TV, портал Cyber Arena TV. Там появляются видео постоянно, обзоры туров. Скоро появится на выходных новый, вот последний обзор прошедшей недели. Плюс еще одна рубрика ТОП-10. Третий выпуск сейчас вот уже заливается, второй. Может быть, он уже на нашем YouTube-канале. Сейчас туда зайду, проверю все это дело. Ну и мирка наша, Cyber Arena TV на QuakeNet. Ребят, заходите, пишите. Я читаю ваши сообщения. Так, что мне пишет? Прикольно, только что машина под окном взорвалась, я чуть со стула не упал, пишет Алекс Беттер. Окей. Перун мне пишет. Латиницей пишите. Латиницей пиши. Напишу ему еще. Шеба. Спасибо огромное, это очень классно. Спасибо. А, мне говорили, он дается сразу при создании персан. Он дается. Кто дается? Не знаю кто. Может быть, мне рассказывали про ту пушку супер дедовскую, о которой я говорил. Там казахи стреляли. Очень весело, как это. Девайсик появился. Так, а я пока смотрю, ребят, что у нас топ-10 добавляется уже в обработке. И скоро уже появится на нашем YouTube-канале. Так, что пишут? У кого-то из сигов что-то сломалось, вылетел игрок, ждем пятого. Очень нравится мне NC Sky, вот аватарка клана, олень, какой-то олень такой рогатый нарисован. Очень интересно, что бы это могло значить. Так, уже первое видео, кстати, могу я добавлять. Как я понимаю, это видео первого матча, я уже могу его добавить на наш YouTube-канал. Поэтому ждите, через полчасика оно должно там появиться. Fortis UATM, игра 2. Все это у меня уже
Есть. Все, сохранил я изменения. Видео пошло заливаться. Все, пятый пришел. Ник Хост, Unexpected, Барбос, Free Farm, Эпис. Это команда Stand Your Ground, команда NC Sky, Радагаск, Фегасия, Слипмер, Оскак и Крикс. Это NC Sky. Ну, сейчас посмотрим, кто здесь самый главный пацк на районе. Посмотрим, кто будет тащить. И посмотрим на ответную встречу на Люкселе. Напомню. Очень-очень интересная игра была в первом туре. Итак, смотрим. NC Sky защищаются в атаке Stand Your Ground. Итак, смотрим, что они за дефолт нам приготовили. Все тут на зумах. Барбос сам по Парычу. Заходит Сигир, боятся поджимов. Free Farm чекает длину. И все, Радагаск сбривает на тумбе. С нижней тумбе делает... Да, делает минус. Где этот парень? Давайте за ним посмотрим. Ну, он вообще тут в районе мидла тусуется. Чекает выход. Уже отошел подальше. Ну и смотрим, что теперь будут делать ребята из команды SYG. Stand Your Ground. Или просто SYG. Ну, непонятно, Барбос ломится аркадно на верхнюю тумбу. Пытаются они пройти три, но пока что здесь просто переброс гранатами. Пугают друг друга. Навесы какие-то пошли. Вот Нико сейчас лузы пробросил тумбу. И все, пошел ВДВ. Не понял, да, это ВДВ. Минус один был от атаки, пока что 4 на 3. Вот теперь хорошо, 3 в 3, можно развить Фигасия. Тут не прошивается, это не КС, фрифарм, минус М200, Фигасия. Эпис умирает, фрифарм 1. Фрифарм 1 против двоих. Минус он сделал, но теперь ему нужно подумать вообще, вот что делать в этом раунде. Он против двоих, все по идее знают, где он находится. Поэтому, ну, очень тяжелое решение сейчас ему, конечно, придется... Мне что-то говорят, что я вчера не ту игру залил Getto Gang 2. Ребят, я это сегодня проверю по матчу Getto Gang 2 против Mind. Кстати, да. Ну, как раз сейчас это и сделаю. Так, ребят, сейчас быстренько проверяю по поводу матча в Getto Gang. Сейчас я вам точно подскажу, что у нас здесь не так случилось. И какой матч нужно вам поставить. Это я сейчас быстро решу, что там было вчера у нас. Getto Gang 2 против Mind. Да, вчерашнюю игру я ее перезалью. Да, даже вот... Поставлю сейчас прижимать и залью. Все, смотрим за игрой. У нас снова медленный раунд. Это атаки, хороший размен. Бомба стоит на А. Теперь смотрим за NC Sky. Смотрим внимательно. Ник Хост забирает двоих. Пытается Радагаска преломить мид. У него закончились патроны. И поймали Барбоса на релоуде. Радагаск воюет. Но он 1 в 3. Это 1-1. Сейчас должно все-таки быть. Давайте. Все, я теперь полностью включаюсь в игру. Но пока счет 1-1, наверное, ставить не стоит. Давайте досмотрим. Может быть, сейчас Радагаск супер пропрется и супер раунд 1-4 возьмет. Хаед, это на верхнюю тумбу. Смотрите внимательно, как бросать. Ну, можно с угла бросать. Много вариантов. Фрифарму за спину залетело. Он уже получает с пистолета. Куда, Радагаск? Нож! Времени нет, все, не успевает. Это 1-1. Сиги берут раунд. Борьба в этой группе продолжается. И идет полным ходом. Начало миссии. Вот, наконец, разрешилась ситуация, кстати, в Counter-Strike, там, с Moscow 5 и Intel Challenge. Там, на сайте Moscow 5 немного ложная информация появилась по поводу провтыка денег, которые не заплатили М5. Сегодня на сайте М5 появится вот точный вариант вообще, что было, что, как вообще и почему. Но это будет вечером. Посмотрим, что напишут парни.
Ну и надеюсь, что ситуация станет нормальной. У нас же пока ситуация 4 в 4 снова. Ну, в принципе, тут ничего не меняется. Луза, тусовка на парыче. Один пытается смотреть под жим 7. Ну, пока никто улицу не смотрит у сигов, но тут они одного потеряли, возможно, и на улице. Итак, смотрим, что сейчас будет. Смещение у защиты, двое на тумбу. Смотрите, по-моему, сейчас будет аркадная защита. Чекал, вот кто-то чекал. Мост, парыч, увидел троих и есть инфа. У защиты сейчас будет перестраиваться NC Sky. Хаешками откидали, вот, ух ты, неплохо, барбосы сняли, видите, поджим агрессивно, но нельзя здесь тычить, вы помните, как играют NC Sky здесь по дефолту в атаке, у них постоянно один чувак вот в это место шьет на эту Z-ку, шьет постоянно префайрами на этот поворот, на этот зигзаг, и постоянно на зиге там какие-то вещи происходят. Ну что, unexpected, не cost, ну вообще сиги проиграли раунд... Еще в середину, вот после того, как они начали перестраиваться, после того, как их начали чекать, не до конца не сосредоточены, что ли, можно так сказать, и получили в тех местах, где не нужно было и где не нужно было ошибаться. 2 в 4 счет в этом матче, ситуация в этом раунде. Ну и смотрим за продолжением. Рекорд присоединился к игре. Как хорошо. Молодец. Рекорд, что вместе с нами в поинт-бланке. Ну а я пока небольшой анонс сделаю, что будет дальше. У нас в 20.00, ну с небольшим отставанием, будет матч Quad Rocks Kiss. После этого Nemo Air по ДТВ и чей статус Detox. Хотя вот мне наш судья говорил, что там какие-то чей статус и проблемы. У него минус 2. Ник Коста хорошо разруливает. Вот это дальше он Бэтмена зря исполнил. Зря он сюда прыгнул. Ну и, конечно же, умер. И оставил на экспорте до одного. И он просто его порвали с тряпок. 2-1 в пользу NC Sky. Опа, не то я нажал. Простите, ребят. 2-1. Сейчас вернется поинт-бланк. Это иногда балует. Начало миссии. Смотрим за продолжением раунда. Вот, все, длина пошла. Наконец-то что-то новое. Фига себе, кстати, смотрит длину со стороны защиты. Отошел назад, на косой, на ковры ушел. И посмотрите, как возле библиотеки три игрока тусуются на четверке. На четверке атака, халдит. Отсюда можно пробрасывать тумбу, кстати, очень неплохо. Ну, первый идет, смотрите, М200. Фрифарм идет первый, пойдет отстреливать тумбу. Смотрим. Там был Радагаск, он отошел. И... хороший минус от фрифарма. Давайте за ним продолжать смотреть. Так, зарелоудился на всякий случай. Снова пошел на тумбу чек. Никого нету. У нас на длине война. Там уже фигаси с барбосом сейчас будет перестреливаться. Нет, прикрывает тиммейт барбоса. Возвращаемся к фрифарму. Контролится тумба. По-прежнему двое длина и двое в парыч. Наверное, это будет ВДВ плюс длина. Скорее всего, ВДВ плюс длина. Хотя Никос накалять тройку пошел. И зачем он туда пошел? Зачем ты туда пошел? Сдох. Сейчас все, два длина, два верхняя тумба, ты даже вместе с ВП туда пошли, и все было бы нормально. Защита повыкидывала гранату. Минус 2 от Unexpected, хорошо, он зашел, как классно, даже не зашел, он с длины, просто дал минусы от фрифарма. Крикс последний, против двоих, он в коврах, пропрыгнул, отошел, ищет. Вон ноги были, ноги белые, талия, сейчас Unexpected получит. Это непонятно, неужели шьется, ну, Unexpected... Отлично сыграл и, по-моему, 3 минуса сделал в этом раунде. Но, к сожалению, я не все их записал. Не всегда с ней всего глаз смотрел. Так, 2-2 и, по-моему, первый матч продолжается. Будет очень равная и долгая борьба. Постараюсь я на следующую игру вот с участием Quad Rocks Kiss перейти практически без паузы. Там на рекламу уйду и сразу же вернусь в трансляцию. Ну, не забывайте про наш РЦ-канал Сибирарена ТВ на Квейкнете. Я там всегда нахожусь и читаю ваши сообщения. Клану Трибунал и его клу Морфису. Привет от тех фракций. Окей. Ну, смотрим. У нас проброс пошел. Ковры пробрасывали гранатами и пошли на тумбу. Вот такая атака. Незамысловатая, но уже гранаты, проброс уже сработал, а... Что-то тут что происходит, ребят, здесь не понимаю. Тройку смотрим, Крикса, Хае пошли, он за тумбой манцуется, пошел на 8. Там же Слейпнер стоит, минус от Слейпнера с Хаешки. Ух ты, какая позиция, смотрите, как ковры смотрятся Криксом. Так, выход, минус 2, отфига себе, Ник Хост, его тут ждет сейчас Крикс. Ник Хост красный, скорее всего, умрет. Ну, наверное, 3-2, не будут вперед в защите, да, забирает Крикс. Ник Хост, фрифарм, минус дает, минус 2 от фрифарма. Фантастические два минуса с М200. И фига себе, остается с ним один на один. Он за углом, слышит, его уходит. Фрифар меняет девайс. Тут сейчас будет вражина уже за углом. Отлично сыграл фига себе позиционно. И это третий раунд. Раунд номер 3 для команды NC Sky.
Ну, неплохая такая борьба в этом матче. Неплохие игры мы смотрим. И поджим пошел. Пошел поджим. Смотрим за вообще по всем позициям поджим. Вот он у нас Оскар находится на позиции. Плюс поджали Парыч. Ну вот, вот, пожалуйста, пожалуйста. Минус 3 хедшота от Слейпнера. И он уходит. Фрифарм. Не были готовы к этому Сиги. А нужно было читать интервью с Негативом, которое сегодня появилось на сайте ПБ Сибирь Арена ТВ. Он там рассказывал про агрессивные стили тайландских и индонезийских игроков. И, конечно же, вот судя по тем словам, можно было ожидать, что NC Sky сегодня будут пробовать что-то такое агрессивное. То, что они видели на чемпионате мира. И... ну, в принципе, я уверен, что это такая не новая тактика, такое существует на Люксвилле, но как-то забыли просто Сиги. Ну, а NC Sky вовремя, в нужный момент сделали поджим и просто вот выигрывается раунд за счет одной нашифровки. Тут даже перестреливаться Сиги им не получилось никак. Фигаси делает минус 4-2, и теперь можем сказать о том, что команда NC Sky начинает уходить в небольшой отрыв от Сигов. Мы сейчас увидим, конечно, чем все закончится. Free Farms M200 на длину, остальные по дефолту сейчас будут бояться поджимов. Нет, занимают четверку, проходит Барбос, идет ближе к Лузе, чекает к Парыч, все, пробегает дальше. Куда он полетел-то так вообще? На ноге, на санях летит, смотрите, он сейчас, по-моему, вылетит. Вот, вот знаете, вот не всегда здесь нужно прокидывать кучу гранат и врывать. Иногда можно так вот подойти и просто вылететь. Вылететь кучей и минусовать. Тут надо постоянно... куда эта граната? Получи сразу три, понимаете, вот что? Ну, может быть, выманивать, хорошо. Еще три гранаты, все. Ну, там уже гранат нету. Теперь, ну, сейчас стоило делать паузу и зайти второй волной. Решили сразу. Ну окей, смотрим. Минус от Барбоса. Минус от Крикса, минус 2. Хорошо играет, фига себе, уже хелпует с ковров. Тут два игрока, фрифарм на 7 уходит. Там Радагаск вроде бы, да, держит его, сейчас его убьет. Смотрите, Радагаск сейчас должен давать фраг. Нет, фрифарм, какой жесткий-то снайпер. Какой, смотрите, в планте видит игрока, сейчас его понапрягает. Ну, теперь есть время у них... ух, догнали его в спину, залепили ему стряпки. Special Edition 4-1. Ну и Никос последний, ух ты, тут его не ждали. 1-3, забирает одного, остался против него Оскак и Слейпнер. Фигаси. Оскак и Фигаси. Да, Слейпнер уже умер. Вот двое, кстати, идут по девятой линии. И что это будет? Нет, нет, нет. С двух сторон идеально отыграли. Снова минус от тряпочки. И 5-2. NC Sky уже отрываются в этом матче. Ну и интересная концовка. Как всегда, интересная концовка. Да, да, Перун, мужик. Я видел, я перезалью матч. Get Gang 2 против Mind. Он сегодня появится по-любому вечером. Ну, уже после трансляции, как я начну заливать. Хотя я по ходу трансляции всегда заливаю эти видео. Ну, в общем, все будет. Не переживай, обязательно все появится. Уже вот скоро уже топ-10 появится матч Fortis UATM. И после этого я поставлю заливаться Get Gang 2 против Mind. Ну и уже матч NC Sky против Сигов. Это сначала можете смотреть на нашем YouTube-канале Сибирь Арена ТВ, а потом он уже появляется на ПБ Сибирь Арена ТВ. Итак, аркада, тумба нижняя пошла, минус 2 с каешки от Оскака. Хороший ник, минус от Слейпнера, фрифарм последний со своей пухой. Ну, тут уже по дефолту я уже даже вот сделаю вот, просто вот так, 6-2. Хотя, может быть, сейчас фрифарм и выдаст. Очень вкусный и сладенький момент мне для топ-10, и мы понаслаждаемся еще игрой хорошего снайпера. Ну, увидим. Время, минута 53 секунды. По-моему, уже в спину обходит. Нет. Никто не обходит, просто немножко сдали позиции NC Sky. Фух, подышал. Ну, окей, ждем. Давай, дружище. Покажи нам скилл. Покажи нам скилл. О! Сейчас я быстренько посмотрю все группы на Лигу Чемпионов. Прикольненько. Хоть будет нам что с россиянами-то пообсуждать в трансляции, да? Хоть матчи Зенита и Шахтера. Будем друг друга травить. У нас тут, конечно, хватает заруб украинских, российских команд. Но будет что-то еще. Что-то еще новое и веселое. Ну,
да, отмучился, конечно, там фрифарм, его быстренько минуснули, ну не быстренько, долго он лазил, но забрали его. 6-2 последний раунд первой половины, и мы видим, что уже эти парни стали жестче. Я говорю про ICSC. Либо Сиги сегодня не с той ноги встали, но... Вот смотрим, по джин длины пошел. Ушел фрифарм. Что, аркада 3? Нет. Халдят. Халдят пока что парни, потеряли двоих. Но Сиги вот, по-моему, чересчур сумбурно штылят. Рекорд с ума сошел. Гоу 5 на 5, Нега. Ну куда, Нега следующий матч играет. Дайте я ему напишу. Смотрим за Эписом. Либо ВДВ. Что там за защита? Гранатки. Там Крикс. Крукс. Так, Крукс. Зенит. Так вроде читать нужно парлу. Я снова его мучу. Снова мучу его ник. Да, давайте выбросим все гранаты. Хорошо. Задымили. О, первый прошел на фарш. Это было. Фига себе там принимает этих ребят. Ну, тут ВПДМ, да, ТП отнимаются, конечно, у Крукса, но это, по-моему, не парит вообще. Unexpected, пам-пам-пам-пам-пам, Prefire, что за бешеный пистолет, Unexpected 1 в 3. Все, перезарядил, нет, только пистолет только перезарядил, отошел, и, в общем-то, ситуация пока что плачевная для Сигов, а ответ на матче. Также Люксель, конечно, как и в первых турах, в первом круге, но уже совершенно другая игра, и... Совершенно другой расклад. Этот матч мы наблюдаем 7-2. Очень уверенно защищаются NCSK. И теперь они будут... Я уверен, будет очень интересная атака. И нам нужно будет это с вами по-любому посмотреть. Однозначно очень... Может получиться быстрая вторая половина, но крутая. Сейчас увидим. Либо Сиги восстанут и будут давать просто жару своим соперникам. Я готов ко второй половине. 7-2, конечно, печальнейший счет. Будут ли матчи на следующей неделе? Со вторника по пятницу идут матчи Point Blank и Intel Challenge. 19:00 по Киеву, 20:00 по Москве. 5-6 игр за вечер, поэтому они всегда будут. Смотрите сайт PB Cyber Arena TV, смотрите расписание. Там же на сайте расписание турнира. Там вы можете посмотреть все даты и все время игр, кто с кем. Ну и почти все 100% игр, там 80%, 85-90% я точно комментирую. Так, ребят, я пока посмотрю, что у нас, на что у нас. У нас Роксы следующие, тут нечего говорить, давайте, ребят, рэди, и понеслась. Роксы следующие играют против квадов, смачно, на карте квадов, поэтому, может быть, квады как-то попытаются побороться. Но Роксы сейчас наводят страх и ужас на всех Пойнтбланк команд, на все Пойнтбланк команды, потому что после того, как они выиграли 3 Nation, после этого можно сказать, что они вообще очень мощные ребята. Это уже психологически с ними будет тяжело играть соперникам. Да и я страху нагоняю в трансляции. Да все нормально, парни, квады, давайте соберитесь, негативно. Привет, Нега. Маленький размен на длине по одному, поджим от Сигов, и у нас смещение на парыч идет от NCSK. Видите, тут все время префайром. Вот кто-то все время префайром жарит, не дает вот выпустить на чек. Постоянно работает префайр. Постоянно кто-то выпаливает всю обойму, да, пока дым жарит. Стреляют здесь, им гранатами их не пробросить, и в принципе, нормально они себе позволяют все, что нужно. Ну, смотрим за атакой NCSK. Смотрим за продолжением. Так, пойдут все-таки парыч. Уже подошли к Зигу. Граната на 3 с префайром. Никос, как убрал Никос. Там двоих, еще и третьего шел убивать. Прячется за тумбой. Фигаси здесь оказался. Фигаси, нет. Сиги берут первый раунд. Все четко. 7-3. Может быть, это камбэк? Кто его знает? Так, добавилось у меня одно видео, сейчас еще одно успею добавить. Этот матч с участием вчерашней Get Gang 2 и Mind, игра под номером 2. Я сейчас ее добавлю на наш YouTube канал. Ну и сразу продолжаем смотреть
эту игру NCSKY против. Минус от Слейпнера. Стрит уже проходит двое. Ой-ой-ой, тройка плюс стрит. Это серьезно. Тут будет по ногам щемить ковры сейчас в спину. Поэтому там можно довольно долго возиться. Так, фрифарм, фрифарм. Минус от Радегаска. На него вылетает Unexpected. 2 в 4. Ну, должна так пойти этот раунд. Хотя два красных есть у NCSKY. Война с Unexpected. Эфис план защищает. И... Да, привет от Sony NCSKY. Ну и, в общем... В общем, смотрим. Один Unexpected. Сейчас три игрока бомба слева. Бомбу поставили. Ну что, он пойдет или нет? Они знают, что он на стрите. Видите, префайры идут. И, в принципе, ему не выйти. Да, его легко убивают. Берут легко восьмой раунд NCSKY. И пока 8-3. Начало миссии. Ребят, я вернулся. Ну что, двое снова стрит. Трое в библиотеке. На четверке тусуются. Поджим от сигов. Ай-яй-яй-яй-яй, барбосов. Барбос хаи, отходить. Отходить, делать ноги. Уходят сиги. Что делают NCSKY? Сейчас смотрим. У нас Лепнер очень агрессивный. 22 кп. Я бы на его месте побоялся. Так, бабы, бабы пошли у нас. Пошли на ковры. И ВДВ. И ВДВ. Тут дым прокид четверки. Гранат делался, походу. Хотя нет, длина пошла. Плюс... Все время с плитами играют в атаке NCSKY. Вот длина плюс ВДВ сейчас исполнили. До этого... Ну, ладно. До этого был выход на тройку плюс длина. Постоянно какая-то комбинаха проходит. Ну и уже матчпоинт 9-3. Ну, особо каких-то жестких моментов я не успел поймать в этом матче, конечно, но все жду демок. Были в демке, было топ-50 фрагов в неделю, я уже не говорил. Так, Никхост минус. Радагаск. Как он воюет с длины. Там его пытаются защемить. Он уже двоих забрал. Ну вот, Слепнера убили. Тут уже тупо. Радагаска прокинули. 2 в 2. Ого. И уже плант успели пройти. Ха-ха, не в ту сторону побежал. Unexpected. И Крукс минус 2. Минус хаешки. Минус... Да и все. 10-3, короче. 10-3. Победа NCSKY. Смотрю я на группу сейчас NCSKY. Давайте быстренько вам расскажу, что там происходит сейчас после этого результата. 4 игры, 3 победы, 1 ничья, 10 очков. И это лидеры группы на данный момент NCSKY. Сиги с 5 очками по уже на третьем месте после 4 туров. Но здесь уже понятно, что, конечно, самое главное решение будет, потому что Сиги выигрывают у Fortis. Скорее всего, ее ТМ проиграют NCSKY. То есть... Сигин потом по итогу на одно очко обгонит команду UATM, и все решится в матче UATM против Сигов. Если UATM смогут выиграть, тогда они пройдут дальше. Если сыграют ничью, к сожалению, для них Сиги выйдут дальше. Ну что ж, у нас небольшой перерыв, и мы переходим на Макс Рок, матч RockSkiz очень быстро против квадов. Я долго говорить не буду. Ой, я вышел из игры. Да ладно, какой я молодец. Пум-пум-пум-пум-пу-бум-пум-пу-бум. Пум-пум-пум-пум-пу-бум-пум-пу-бум. Да, действительно. Это 5. Просто это 5. Черный экран, прицел. И Тафа выходит из поинт-бланка. Шикарно вообще. В шикарном стиле. Ну, бывает и такое. Что ж, друзья, скоро вернусь.